Радио НС исполнилось 23 года. И по доброй традиции коллектив отпраздновал день рождения в кругу друзей и радиослушателей. А поздравить любимое радио приехали звезды отечественной и зарубежной эстрады. Хедлайнерами грандиозного концерта стали российская поп-звезда Виктория Дайнеко и легендарная группа Bad Boys Blue. Нургали Карабаев побывал на празднике. 23 года радио НС в эфире. Сегодня услышать НС можно во многих домах, офисах и в машинах. В честь дня рождения праздничный концерт. Поздравить коллектив НС пришли звезды шоу-бизнеса Казахстана и тысячи радиослушателей. Всем людям, которые делают радио НС, большое-большое спасибо. Здоровья вам, процветания. Это одно из первых радио музыкальных, которое открылось уже в нашем независимом Казахстане. С тех пор они держат марку. На сцену вышли Парвиз Назаров, группа «Дервиш» и Кирилл Ли. Зрители увидели тех, чьи голоса ежедневно слышат по радио. А ведущие поразили не только умением красиво говорить, но и своими вокальными данными. Была такая традиция, что в свой день рождения, который по счастливому стечению обстоятельств совпадает, пересекается с днем 8 марта, радио НС всегда устраивало концерты во Дворце Республики. Сейчас мы возрождаем эту традицию. Это обратная связь с нашими радиослушателями. Во время концерта НС разыграл путевку на двоих в Египет. Пойдемте сюда. Тур Шарм-эль-Шейх на двоих. Пятизвездочный отель сроком на 10 дней. С удовольствием я вручаю. Ну а хедлайнерами вечера стали легендарная группа Bad Boys Blue и российская поп-дива Виктория Дайнеко. Ну а те, кто не попал на день рождения радио НС, могут увидеть полную версию концерта на 31-м канале в конце марта. Будьте на волне и не пропустите парад звезд в эфире нашего канала. Нургали Карабаев, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы.